Я Запорожченко Всеволод, мне 15 лет, я из Лисичанска, это Луганская область. Я считаю, что можно закончить войну, найдя много друзей, потому что исторически сложилось, человек сильный тогда, когда у него есть много друзей. Слабые же люди, когда у них много врагов. Не потому что они слабые, а потому что враги высасывают жизненную энергию, силы на то, чтобы с ними совладать. Так можно делать, взять страну за человека. У Украины сейчас достаточно много врагов. И даже те, кто притворяется друзьями, я думаю, тоже есть враги. Надо заиметь таких друзей, которые помогут в трудных ситуациях, могут всегда предложить свое плечо. Таких Украины, я считаю, пока нет. Только когда найдет Украина своих друзей, тогда и закончится война.